Shalom. Sami ving soki bog e Christos, plagoslavit vas. Sivodnya, o nas novo yatiem. A Sivodnya teme eta pakayanya. Sivodnya eta pakayanya. Chasmi escrevai. Kniga matveio, glava tri, stric adin. В эти дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне идейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилась сальзва небесной. Ибо приблизилась сальзва небесной. Дальше то же самое, что наш Спаситель Иисус Христос сказал. Книга Матфея, глава 4, стих 17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить. Покайтесь, ибо приблизилось Сарва Небесной. Ибо приблизилось Сарва Небесной. Это то же самое, что наш предок Ной сказал в убитии. Тогда он проповедовал и сказал, наши люди и все люди тогда, покайтесь, покайтесь, потому что Бог хочет наручить всем мир. Они не верили Его. Он сказал тогда, Бог будет наручить все мир с дождь. Они не верили Его, потому что

Мои люди, наши люди в Украине, Беларуси, Русский, Русия или остальные русскоязычные язычные народы, покайтесь от греки. Вы не можете изменить все только один день, но надо, надо начинаться покаяться, изменить все, которые плохо в своей жизни каждый день, каждый день, каждый день. До когда будет Иисус Христос здесь, что вы не будете умирать. Наши люди будут умирать, если мы не будем покаяться. Это очень нужно. Много людей в интернете ненавидят этой Библию. Если ты ненавидишь меня, это не проблема. Я вас люблю. Но если ты ненавидишь это, ты хочешь делать, что ты хочешь. Заниматься сексом, как ты хочешь. Бить в клубе, как ты хочешь. Пьяный как ты хочешь. Бить в отношениях с этой девушкой, другой девушкой, другой девушкой. Или мужчина, другой мужчина, другой мужчина. Как ты хочешь. Ты не знаешь ты, не жна, ты вообще не знаешь, что ты делаешь. Подумайте, подумайте, что ты делаешь. Это очень опасно жить в этом последнем дне. Все Иисус Христос уже сказал, или наши предки писали здесь от Бога, мы уже верим сегодня. Мы эти все верим сегодня. Вы это не видишь, потому что ты хочешь всегда танцевать, играть, заниматься секс, пить, водку э, навсегда, бить пьяно. Послушайте сейчас. Иисус Христос сказал, что дальше. Матфея, глава 4, стих 17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, 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 ибо приблизилось созвание Бесное. Много людей будут сказать, я уже это слышал много раз, а где это созвание Бесное, где Иисус Христос? Я сейчас буду отвечать это. А сейчас мы открываем 2 Петр, глава 3, стих 5. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земли составление из воды и воды. Это что я уже сказал, о чем я уже сказал раньше. В Битии глава 6 и, Гри... и Битии глава 7. Тогда пророк пророк Ной уже предсказал люди, или наши люди, что Бог будет наручить всем мир с водой. А тогда никто не верил его. Никто не верил его. Об этом мы сейчас читаем здесь. Дальше. Стих 6. Потому тогдашний мир погиб, бив потоплен Тогда Бог наручил всем мир с наводнением. С наводнением. Дальше. Стих 7. А нынешние небеса и земли содержимы тем же словом. Сберегаются огню на день сюда и погибели нечестивик человеков дальше стих семь они внешние небеса и земли содержими тем же словам соберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков наши мир сегодня Go, uh, наш Бог, извиняюсь, наш Бог ждет до когда Он будет, до когда Он будет уничтожать все у нас здесь с огнем. С огнем. Дальше. Одно то не должно быть скрыто от вас. Одно то не должно быть скрыто от вас возлюбление, что у Господа один день, как тысяча лет. И тысяча лет, как один день. Наши люди же сказали, много людей, не только наши люди, сказали, много раз уже слышал, что будет созвание что Иисус Христос будет. Почему Он уже не, не здесь? Потому что, как мы считали здесь, один день, как тысяча лет. И тысячи лет как один день для нашего Бога. Поэтому это как уже долго ждет, мы уже долго ждать, ждали наши спасителя. Давай сейчас обратно. Книга Матфея, глава 4, стих 17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизлась созвание Бесной.